Посмотрите со мной, Римлян, глава 13. Что мы открываем, друзья? Мы подошли к нашей третьей части. Для тех, кто записал четыре части нашего изучения, как называется третья часть, друзья? Как? Покаяние, приготовление. Марка, глава 1, стих 14-15. Исполнилось время, и Царствие Божие близко. Покайтесь. Это приготовление. Куда мы идем, друзья? К Римлянам какой главе? Римлянам главе 13. Что говорит Библия в стихе 11? Давно пора. Прочитаем стих 11. И это, зная время, что давно пора что сделать? Пробудиться от сна. Ибо сейчас наше спасение ближе, чем когда мы поверили. Стих 12. Ночь на исходе, день близок. Поэтому что? Отвергнем дела тьмы. И облечемся во что? В оружие света. Какая-то тьма? Какая-то тьма. Отключение электроэнергии? Какая-то тьма. Это духовная тьма. Духовный упадок. Духовная деградация. Отступление. Вы возвращаетесь к греху. Вот она тьма. Время отвергнуть дела тьмы. Почему? Зная время. Вот так. Время исполнилось. Вы поняли мысль. Царствие Божие близко. И что нам нужно делать? Покаяться и отвергнуть дела тьмы. Если вам ясно, друзья мои, скажите аминь. И обратите внимание, во что мы должны облечься? Во что мы должны облечься? В оружие света. Я еще вернусь к этому. Когда я согрешил в чем-то, Бог использует естественное, чтобы показать мне духовное. Если вы хотите знать, как одержать победу над вашими излюбленными грехами, не забудьте этого. Впитывайте больше хорошего, и то, что вы впитываете, вытеснит тягу к плохому. Как вы дышите? Как вы дышите? Как Бог сотворил человека? Бытие 2 глава, стих 7. И образовал Господь Бог человека из праха земного. И что? Вдохнул. Первое, что вы делаете, вы вдыхаете то, что хорошее, кислород. И что вы выдыхаете? Углекислый газ, то, что плохое. Впитывайте больше хорошего, друзья мои. Если вы хотите одержать победу над мирской музыкой, что вы тогда должны делать? Слушать больше гимнов, духовных песнопений. Мы должны снять дела тьмы и облечься во что? В одежды чего? Света. И Библия называет это оружие света праведностью Иисуса Христа. Библия называет ее брачной одеждой. Друзья мои, я хочу быть в браке со Христом, а вы? Что это значит, между прочим? Быть в браке значит быть одним целым. Двое должны быть чем? Одной плотью. Одной плотью. Одной плотью. Когда я обращаюсь в молитве ко Христу, я хочу, чтобы Христос ответил на мою молитву. Друзья мои, у Иисуса есть молитвенная просьба. В Иоанна главе 17 Иисус молился: «Отец, я хочу, чтобы и они, которых Ты дал мне, были со мной, где я, чтобы они видели славу мою, чтобы они были одно со мной, как я с тобой». У Христа есть молитвенная просьба, и на эту молитвенную просьбу мы, каждый лично, можем ответить. И сегодня я выбираю ответить на эту молитвенную просьбу Христа. Я выбираю быть одно с Ним, а вы? Но чтобы быть одно со Христом, мы что, должны отвергнуть дела тьмы? Исайя 59 глава стих 1 говорит: «Вот рука Господа не сократилась, ухо Его не отяжелело, но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, так, что Бог не может слышать и спасать. Мы должны отвергнуть дела тьмы». Послушайте, Библия говорит, что мы должны выбирать сегодня. Выбираете ли вы отвергнуть дела тьмы? Выбираете ли вы облечься в оружие света?
Если так, то не говорите «Аминь», а поднимите ваши правые руки, друзья мои. Аминь. Опустите руки. Эти слова также для тех, кто в онлайн, спасенным, чтобы служить по миру и новым зрителям. Библия говорит, те, кто отказываются отвергнуть дела тьмы, исповедуя грех Христу, Христос не может одеть их в брачную одежду. Библия говорит, они будут брошены куда? Во внешнюю, закончите предложение, во внешнюю тьму. Что это за тьма? Вторая смерть. Вам это понятно? Сколько толкований имеет слово тьма? Идем со мной в Матфея главу 22. Что мы открываем? Матфея глава 22. Библия говорит, что-то новое, и это здорово, друзья мои. Матфея, нашли? Матфея глава 22. Посмотрите на стих 12. Библия говорит, и Христос говорит ему, друг, как Христос хочет называть нас? Друг, как ты вошел сюда, не будучи одет в свадебную одежду? И тот был, что? Безмолвен. Тогда сказал царь слугам, свяжите его по рукам и ногам и уберите его, и бросьте куда? Во тьму внешнюю. Там будет что? Плач. И что? Скрежет зубов. Еще одно толкование тьмы, братья и сестры. Слово «тьма» имеет разные толкования. Как практически мы можем покориться и одержать победу над грехом, чтобы Христос мог одеть нас в свою одежду праведности? Хотим ли мы покориться? Посмотрите на экран, друзья мои. Наглядные уроки Христа, страница 311, говорит. Его совершенным послушанием, заповедям Божьим стало возможным скольким людям? Каждому человеку соблюсти Божьи заповеди. Верите ли вы этому? Далее сказано, когда мы покоряемся Христу, наше сердце сливается с Его сердцем, наша воля растворяется в Его воле, наш разум приходит в единство с Его разумом. Слава Богу! Все наши мысли приходят в послушание Ему. Мы живем Его жизнью. Но какой первый шаг? Когда мы покоряемся? Когда мы покоряемся? Что говорит Иаков, глава 4, стих 7? Поэтому покоритесь. О, вы знаете этот текст. Скажите со мной. Поэтому покоритесь Богу. И что произойдет? У вас есть сила противостать дьяволу. И дьявол что сделает? Убежит от вас. Стих 8. Приблизьтесь к Богу, и Он приблизится к вам. Очистите руки ваши, вы, грешники, и очистите сердца ваши, вы, двоедушные. Первый шаг – покориться. И когда мы покоряемся, Он дает нам силу для чего? Противостать. Мне вновь приходит на ум аналогия с дыханием. Вы видите это? Вдыхайте хорошее, и вы можете выдыхать плохое. Покоритесь Богу сначала, и потом Он даст вам силу сопротивляться. Вы говорите «да» Христу, и Он дает вам силу сказать «нет» плоти, «нет» сатане. Вам это понятно? Вы знаете, что сказать. Вернемся на экран, друзья мои, красным шрифтом. Это означает быть облеченным во что? В одежду праведности Христа. Что есть праведность? Это праведные дела. Делать то, что правильно. 1 Иоанна, глава 3, стих 7. Дети мои, пусть никто не обманывает вас. Кто делает праведность, тот праведен, как и он праведен. Праведность – это то, что мы делаем. Наша воля должна раствориться в воле Христа. Я не уверен, сколько еще вам нужно. Идем со мной в Римлянам главу 1. Пора себя исследовать. Друзья мои, я боролся в молитве с Богом. Господь, есть ли тьма в моей душе? Вы сегодня должны бороться с Богом в молитве. Есть ли тьма в моем доме? Есть ли тьма в моем браке? Есть ли тьма в моих отношениях с родственниками?
Есть ли тьма в моем сердце? Есть ли тьма, дорогой Боже? Пора исследовать себя. Хотите ли вы исследовать себя? Или вы думаете, что у вас все нормально? И эта проблема с теплыми лаодикийцами. Они отказываются видеть свою нужду. «О, у меня все в порядке», — говорят они. «Но что Бог говорит в ответ? Я извергну тебя из уст моих, если вы не покаетесь. Наступило время для самоисследования. Никаких шуток. Пришло время. Есть ли тьма в моей душе?» В какое время проповедник? С 9 утра до 3 дня устранялась неполадка, чтобы обеспечить прямой эфир. С 9 утра до 3 дня. 6 часов без света. Господь, дай нам свет. Мы умоляем Тебя об этом. Римлянам глава 1. Посмотрите со мной на стих 21. Послушайте, чем я поделюсь с вами. Библия говорит. Библия описывает тех, у кого помраченное сердце. Темнота в их душах, как людей, которые поклоняются в воскресенье. О мой Господь! Посмотрите, Библия говорит, что те, кто замешан в образе жизни ЛГБТ, у них помраченная душа. Те, кто любит блуд, те, кто любит прелюбодеяние, те, кто любит сплетни и клевету, у них помраченная душа. Те, кто не прощают, те, кто завидуют, те, кто плохо обращаются друг с другом, у таких людей помраченная душа. Дети, которые не слушаются своих родителей в Господе, у них помраченная душа. Время для самоисследования. Идем к Римлянам, главе 1. Посмотрите на стих 21. Здесь сказано. «Потому что, когда они познали Бога, они не прославили Его как Бога и не были благодарны, но стали суетными в воображениях своих». Давайте прочитаем последнюю фразу. «И что? Глупое сердце, и что? Помрачилось». Что помрачилось? «И глупое сердце». Идем к стиху 24. «Посему и предал их Бог нечистоте через похоти сердец их, чтобы они бесчестили тела свои между собой». Стих 25. «Это поклоняющиеся природе, идолопоклонники, которые изменили истину Божью в ложь и поклонялись и служили твари, твари, творению больше, чем Творцу». Кто эти люди с темнотой в их душах? Это люди, поклоняющиеся творению, поклоняющиеся природе. Вопрос. Какой главный бог природы для них? Солнце. Император Константин Рима в 321 году он поклонялся творению, был язычником, идолопоклонником, но он сказал: «Солнце дало мне победу, поэтому каждый день поэтому каждый должен поклоняться в какой день? В день солнца, воскресенье». Тьма в их душах, время для самоисследования. И для тех, кто в онлайн, и новых зрителей, вы можете фыркать, вы можете пыхтеть, вы можете отвергать, но вы не можете отвергнуть истину. У вас нет ничего против истины, но только за истину. 2 Коринфянам 13 глава, стих 8. И Галатам 4 глава, стих 16 говорит: «Неужели я поэтому стал вашим врагом, потому что говорю вам истину?» Те, кто поклоняются природе, солнцу, поклоняются воскресенье, те, кто отвергают поклонение Богу как Творцу, кто отвергают поклонение в субботу, в седьмой день недели, у таких людей тьма в душе. Иисус говорит: «Поклоняйтесь Ему, потому что Он кто? Наш Творец». Откровение 14 глава, стих 7. «Убойтесь Бога и воздайте славу Ему». Почему? «Ибо наступил час суда Его, и поклонитесь тому, кто создал небо и землю и море и источники вод». В какой день мы должны Ему поклоняться? Потому что Он наш Творец, друзья мои. В какой день, друзья мои? В седьмой день недели, который называется суббота.
Исход, 20 глава, и стих 11, с 8 по 11. Римлянам, глава 1. Библия здесь говорит, что те, кто практикуют содомию, образ жизни ЛГБТ, у них тьма в душах. Посмотрите на стих 26 и 27. Образ жизни ЛГБТ. Женщина с женщиной. Мужчина с мужчиной. Тьма в их душах. Братья, говорит ли нам Бог, друзья мои, становлюсь ли я вашим врагом, потому что я говорил вам истину? Опустимся на стих 28. И как они не хотели хранить Бога в своем познании, Бог предал их негодному чему? Уму. Посмотрите на стих 29. Что еще является признаком тьмы в сердце? Неправедность. Вы ли это? Блуд. Пасторы, пресвитеры, блуд, нечестивость. Не вы ли это? Алчность. Не вы ли это? Злоба, зависть, убийство. Не вы ли это? Спор, обман, клевета. Не вы ли это? Гордость, хвастовство. Не вы ли это? Непослушание родителям. Стих 30. Не вы ли это? Стих 31. Без понимания. Нарушители договоров. Какие два постановления дал Бог в Эдемском саду? Какие? Брак. И что еще? Субботу. Нарушители договоров. Нет разводом. Тьма в их душах. Вернемся к стиху 31, друзья мои. Стал ли я вашим врагом, потому что сказал вам истину? Посмотрите на стих 32. Библия говорит, «И зная суд Божий, что те, кто совершает такие дела достойны смерти, не только делают то же самое, но находят удовольствие в тех, кто делает их». Тьма. Пора себя исследовать. Поэтому я говорю, «Господь, освети светом Твоим мою душу». Что происходит, когда комната темная? Как вы рассеиваете тьму? Как? Принося туда свет, братья и сестры. В духовном смысле, в практическом смысле. Как мы одерживаем победу над всеми этими пороками? Друзья мои, запишите ссылку. Нам сказано в «Вестях для молодежи» на странице 131. Я видела, как можно получить эту благодать. Я видела, как можно одержать победу над грехом. Войди в свою комнату и там, наедине с Богом, обратись к Нему с такими словами. Как мы должны молиться? Словами из Библии. Псалом 50, стих 12. «Сотвори во мне сердце чистое, Боже». Сотворить что? Сердце. Римлянам 13 глава, стих 21 говорит, что глупое сердце их поомрачилось. Так как нам побеждать? Войдите в свою комнату и там, наедине. Наедине. Семейное служение – важное служение, но оно не должно занимать место личного, индивидуального общения со Христом. Идите в свою комнату, молодые люди, взрослые, и там, наедине, обращайтесь к Богу и скажите, что? «Сотвори во мне сердце чистое, Боже». И дух правый обнови внутри меня. Просите искренне и серьезно. Боритесь в молитве с Богом, как Иаков. Слушайте, не покидайте вашей комнаты до тех пор, пока не почувствуете себя сильными в Боге. Затем бодрствуйте и молитесь. И пока вы будете бодрствовать и молиться, вы сможете победить все злые наклонности – и благодать Божья может, и благодать Божья проявится в вас. 2 Коринфянам, глава 10, стих 5. Библия говорит, «Не спровергая воображение и все высокое, которое превозносит себя против знания Бога, и пленяя сколько? Каждую мысль послушания Христу». Слушатели Евангелия, страница 100 говорит, «Ревностно оберегайте». Оберегайте как?
ревностно изучение Библии и самоисследование. Определите для себя время для ежедневного исследования Священного Писания и общения с Богом. Таким образом, вы укрепите духовную силу и обретете благоволение Божье. Вы должны оберегать ревностное время для ежедневного общения с Богом. Служение исцеления, страница 51, нам сказано, друзья мои, Иисус на земле общался с природой и с Богом. В этом общении Он открыл нам секрет чего? Секрет жизни, наполненной силой. Силой. Не только буквальной силой, электричеством, но духовной силой. Псалом 54, стих 18 говорит: «Вечером, утром и в полдень буду молиться и взывать громко, и Он услышит голос мой, и что? Он избавит нас». Избавит ли нас Бог? Желание веков, страница 363, говорит: «Как человек, Христос возносил молитву к престолу Божьему до тех пор, пока его человеческое естество не получало импульс небесной силы». Хотите ли вы силы, друзья мои? Мы должны проводить время в личном, индивидуальном общении с Богом. И затем мы можем идти вперед с активным, эффективным благовестием. В силе позднего дождя, с вестью громкого клича. Идем к Исаии, главе 60. Что мы открываем, друзья мои? Свежий хлеб с небесной пекарни. Вы голодны? Посмотрите, друзья, в Исаии какую главу? В Исаии, главе 60, посмотрите на стих 1. Нашли, друзья? Восстань! Нашли, друзья? Восстань! Сияй! Почему? Ибо пришел свет твой и слава, сила позднего дождя. Слава Господня взошла над тобой. Стих 2. И вот, что покроет землю, друзья мои? Что покроет землю? Стих 2. И вот, тьма покроет землю. И густая тьма. И густая тьма. Народы. А над тобой, давайте прочитаем, восстанет Господь. И слава Его будет видна над тобой. Стих 3. И придут язычники к свету твоему. И откуда побегут язычники, приходя к нашему свету? Откуда они побегут, друзья мои? Из тьмы. Какая связь в книге «Исход», главе 10? Когда Бог послал язву тьмы, все ли ощутили тьму? Нет. В жилищах детей Израиля был свет. Это был буквальный и духовный свет. Исаия, глава 60, стих 2. «И вот тьма покроет землю, и густая тьма, народы, а Господь воссияет над тобой, и слава Его будет видна над тобой, и язычники придут к чему? К свету твоему». Твоему свету? Матфея, глава 5, стих 16 говорит: «Пусть свет ваш...» Закончите предложение. «Пусть свет ваш так сияет перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Откровение, 18 глава, стих 1. «И после этого я увидел другого ангела, сходящего с неба, имеющего великую власть. И земля...» Закончите фразу. «И земля осветилась от славы его. И воскликнул он сильно, громким голосом, говоря: „Пал, пал Вавилон!“» Знаете почему? Потому что он навел духовную и буквальную тьму на землю. Но что сейчас говорит стих 4? «Выйди из нее, народ мой!» Откуда они побегут? «Из тьмы Вавилона, к Божьему чудесному свету». Идем к Матфея, главе 6. Возлюбленные, вот поэтому мы приехали в эту местность. Почему?
Потому что город находится в густой тьме. То, что мы читали в Римлянам главе 1, преобладает в этом городе. Тьма не может рассеять тьму. Что нам всем нужно? Свет Иисуса Христа, братья и сестры. Имеет ли это смысл? Какая часть четвертая? Четвертая часть, последняя часть. О, друзья, исполнилось время. Номер 4. Что есть? Верьте в кого? Верьте во Христа. Имейте веру Христа. Матфея глава 6. Что мы открываем? В Матфея главе 6 Библия говорит нам, что те, кто сомневаются, те, кто не верит, Библия говорит, те, кто беспокоится о пище, беспокоится о питье, беспокоится об одежде, беспокоится о работе, те, кто находится в стрессе, Библия говорит, сомнения и неверие принесут тьму в вашу душу. И по Божьей благодати я хочу рассеять тьму сомнений, неверия, депрессии в ваших душах. Позволите ли вы это сделать Христу? Матфея глава 6. Нашли, друзья мои? Я говорил вам, что это хлеб с небесной пекарни. Матфея, какая глава, друзья мои? Посмотрите на текст. Мне он нравится, текст 23. Здесь сказано. Но если глаз твой будет злым, все тело твое будет полным тьмы. Поэтому свет, который в тебе, будет тьма. То как велика та тьма? Никто не может служить кому? Двум хозяевам. Стих 25. Поэтому говорю вам, не заботьтесь о жизни вашей, что вам есть или что вам пить, не даже о теле вашем, что вам надеть. Разве жизнь не больше пищи и тела одежды? Если вы больше заботитесь об этих вещах, тогда, говорит Библия, в вашей душе тьма. Стих 30. Библия говорит, «Посему, если Бог так одевает траву полевую, которая сегодня есть, а завтра бросается в печь, не гораздо ли больше оденет Он вас?» Какие дальше слова? «О вы, маловеры, перестаньте волноваться». Стих 34. «Не заботьтесь поэтому о завтрашнем дне». Почему? Завтрашний день позаботится об этом сам. Достаточно для каждого дня его зла. Многие носят в себе заботы завтрашнего дня. Вот поэтому нам сказано в томе 7 на странице 298. Беспокойство, еще раз. Беспокойство. Вы знали, куда я веду. Давайте вместе. Беспокойство. Что? Друзья, помните, беспокойство слепо и не видит будущего. Но Бог знает что? Конец от начала. В каждой трудной ситуации у Бога есть выход, чтобы облегчить наше бремя. Не просто произнесите цитату, вы должны этому верить. Верьте Божьим обетованиям. Нам сказано в «Советах для учителей», страница 97. Если мы когда-либо и познаем истину, то это произойдет благодаря ее практическому применению. Истина не есть истина для тех, кто ее не применяет на практике. Вы не просто должны цитировать ее, но верить ей и практиковать ее, братья и сестры. Далее Библия продолжает говорить. Те, кто сомневаются в том, что Бог позаботится о нас, те, кто сомневаются в Божьих методах обеспечения, они будут брошены во тьму внешнюю. Те люди – это христиане с малой верой. И такие христиане не устоят в приближающемся отключении света, как духовного, так и буквального. И тогда вторая смерть. Идем со мной в Матфея главу 8. Что мы открываем, друзья мои? Посмотрите на стих 10. Это интересно. Некоторые из вас не видели этого, стих 10. Когда Иисус услышал это, Он удивился и сказал тем, кто следовал за Ним. «Истинно говорю вам, я не нашел чего, друзья мои, такой великой веры в Израиле». Посмотрите на стих 11. «И я говорю вам, что многие придут с востока и запада
и сядут с Авраамом и Исааком и Иаковом в Царстве Небесном. А дети Царства будут выброшены куда? Во тьму внешнюю. Было ли здесь противопоставление? У этого человека была великая вера. Его похвалили. С другой стороны, те, кто будут выброшены во тьму внешнюю, представляют людей, у которых нет великой веры. Они христиане маловеры. Они отказываются развивать веру в Слово Божье. И помните, «Избранные вести», том 3, страница 172. Нам сказано: «И вера в могущество Христа спасти нас навечно, целиком и полностью, и можно добавить, Его путем и в Его время, это и есть вера Иисуса». Вам это понятно? Идем к Иову, главе 10. Друзья мои, сегодня Бог посетит каждого из нас. Знаете почему? Многим из нас хочется сдаться. Что потерял Иов, друзья мои? Иов хотел сдаться. Иов потерял своих детей, потерял свою работу, потерял свое здоровье, потерял помощь, поддержку в своем доме. Иову хотелось сдаться, друзья мои. Иов говорит: «Оставь меня, чтобы мне утешиться немного, потому что сейчас я иду во тьму и тень смертную». Иов, глава 10. Друзья мои, послушайте меня. Читали ли вы о тени смертной? Какой текст приходит вам на память? «Хотя я иду через долину тени смертной», Псалом 22. Библия называет тень смертную тьмою. Посмотрите на Иова, главу 10. Если нашли, посмотрите на стих 20. Нашли, друзья мои? Это чувство Иова. Слушайте внимательно. «Разве не малочисленны дни мои? Остановись тогда и оставь меня в покое, чтобы я мог утешиться немного, прежде чем пойду туда, откуда не возвращусь». Видите, какие у него были чувства? В страну тьмы и тени смертной. Что Иов говорит? «Сейчас для меня ничего не имеет значения. Я служил Богу, поднимался до рассвета, проводил время в молитве за себя, за мою жену, за моих детей, за средства к существованию, и вот я потерял все». Посмотрите на стих 22, он говорит: «Для меня ничего не имеет значения». Чувствовали ли вы такое много раз, друзья? Страну тьмы, как тьма сама и тени смертной, без какого-либо порядка. Никакого порядка. Я не вижу порядка. И где свет для меня, как тьма? Я не вижу выхода. Посмотрите на это сейчас. Свет. Послушайте. Помните, долина смертной тени связана с тьмой. Посмотрите на Луки. О, мне нравится этот текст. Луки, глава 1, запишите. Стих 78-79. Я хочу, чтобы у вас была вера во Христа. Слушайте. «Через нежную милость Бога нашего, который рассвет свыше, что посетил нас». Какое сегодня число? 6 ноября 2021. Христос пришел, чтобы посетить нас. Чтобы что? Стих 79. «Чтобы дать свет тем, кто сидит во тьме и тени смертной, чтобы направить ноги наши на путь мира». Братья и сестры, обнадеживает ли это? Является ли это обетованием? Он посетит нас, чтобы дать нам свет, когда мы сидим где? Во тьме. Мы не знаем, как мы выстоим. Здесь нет порядка. То, что мы видим сейчас, как свет, будет чем? Тьмою.
замешательство. На какой путь мне повернуть? Какую сторону мне выбрать? Как мне выжить? Как? И мои дети смотрят на меня и ищут у меня поддержки. А я не знаю, не могу отличить правую сторону от левой. Идти ли мне, дойду ли я, буду ли я жить или умру? Я не знаю. Я болен, и у меня опасный диагноз. Выживу ли я или умру? Кто позаботится о моей супруге? Кто позаботится о моих детях? Кто позаботится о моих родителях? То, что однажды было светом, стало теперь тьмою. Я сбит с толку. Я в замешательстве, но, слава Богу, Бог в своей милости пришел, чтобы посетить нас. Стучит ли Он? Пустим ли мы Его? Теперь Псалом 22. Господь, пастух мой, и я не буду нуждаться. Он дает мне, скажите со мной, ложиться, я не слышу вас, ложиться, спасибо, на зеленых пастбищах. Он водит меня близ чего? Вот, тихих. Он восстанавливает душу мою. Он водит меня как? Стезями праведности, ради имени своего. Хотя, стих 4, хотя иду я через долину тени смертной и не убоюсь зла. Почему? Ибо ты со мной. Верите ли вы этому, друзья? Когда мы сидим во тьме, верим ли мы обетованиям? Заметьте, друзья, мы должны ожидать тьму в эти последние дни. Слушайте внимательно. Раннее произведение, страница 269, говорит: «Я видела кого? Как люди с сильной верой». Когда раньше я говорил о малой вере, я имел в виду слабую веру, потому что Бог может использовать малую веру и сделать ее великой. Хорошо? Нам нужна сильная вера. Я видела, как люди с сильной верой, мучительно вопия, взывали к Богу. Лица их были бледны и отмечены сильной тревогой и напряженной внутренней борьбой. Слушайте. Эти люди были необычайно тверды и очень серьезны. Крупные капли пота выступали на их челах. Время от времени, не всегда. Время от времени их лица озарялись. Почему озарялись? Какими они были раньше? Во тьме. Время от времени их лица озарялись. Они воспрянули духом, друзья мои, ободрились. Мой брат, воспрянули. Время от времени их лица озарялись светом, исходящим от Бога. Но затем взгляды их снова становились серьезными и сосредоточенными. Посмотрите теперь на древнего дракона. Слушайте. Злые ангелы толпились вокруг, нагнетая что? Тьму вокруг них. С какой целью? Чтобы заслонить от них Иисуса. Чтобы люди видели только окружающую их тьму. И начали терять доверие к Богу. И роптать против Него. Это цель тьмы. Вы видите это, друзья? Единственное их спасение заключалось в чем? В том, чтобы неотрывно взирать куда? На небеса. Это Луки 21 глава, стихи с 25 по 27. Ангелы Господни опекали детей Божьих. И когда бесы чрезмерно сгущали вокруг них ядовитую атмосферу, небесные ангелы простирали над ними свои крылья. С какой целью? Чтобы рассеять, братья и сестры, густую тьму. Псалом 33 говорит: «И ангел Господень располагается станом вокруг тех, кто боится Его, и что? Избавляет их». Прославите ли вы Бога, друзья мои? Евреям глава 1, стих 14 говорит: «Разве не все они служащие духи, посылаемые на служение для тех, которые будут наследниками спасения?» Слава Богу за Его ангелов.
И Матфея глава 18 говорит, что у нас индивидуально есть ангелы-хранители. И снова я спрашиваю, сколько длилась тьма у Голгофского креста? Сколько? Библия говорит, идем к Марка 15 главе. Библия говорит в Марка 15 главе и стихе 33. С 6 часа по 9. 3 часа. И, друзья, нам сказано, что тьма окружала Христа. А также сказано, что Иисус в это время тьмы не мог видеть, что будет за порогом могилы. Что это значит? Христос подошел к такому моменту в завершении своего земного служения, что он даже не знал, что выйдет из могилы. Что Бог говорит нам? Когда мы подойдем к завершению нашей земной истории, вокруг нас будет часто тьма. И мы не будем знать, сможем ли мы устоять, выдержать, выживем ли мы. Обратимся на экран. Христос не знал, он не мог видеть, что ожидает его за порогом смерти. У меня вопрос. Что поддерживало Христа? Он вспоминал благословение Отца своего в прошлом. Поэтому нам сказано в жизненных очерках на странице 196. Нам нечего бояться за будущее. Если только мы не забудем, как Бог что? Вел нас в нашей прошлой истории, друзья мои. Нам нечего бояться сегодня и завтра. Вот так. Ваша вера, ваша надежда будут колебаться в эти последние дни, но претендуйте на Божие обетование. Проводите время в молитве, отдайте все Христу. Я заканчиваю. Идем к Псалму 106. Кстати, тексты есть на экране. «О, если бы люди, что, друзья?» Псалом 106, стих 8 говорит. «О, если бы люди восхваляли Господа, за что? За доброту Его. Будем ли мы восхвалять Господа сегодня? И чем больше мы восхваляем Господа, тем больше Он нас благословляет. И будем входить в ворота Его с благодарением, и во дворы Его с молитвой. О, спасенные, чтобы служить здесь и по миру, и новые зрители! О, если бы мы все восхваляли Его за Его доброту и за чудные дела Его для детей человеческих!» Стих 9. Почему мы должны восхвалять? Почему? Стих 9. «Ибо Он удовлетворяет душу жаждущую». Делал ли Бог это для вас? «И душу голодную наполняет добром». Делал ли Бог это для вас? Тогда что мы должны делать? Восхвалять Бога, стих 10. «Те, которые сидят во тьме и тени смертной, окованы скорбью и железом». Не вы ли это? Стих 13. «Тогда они взывали Господу в беде своей, и Он спасал их из скорбей их». Стих 14. «Выводил из тьмы, слава Богу, и тени смертной, слава Богу, и разбивал оковы их, слава Богу». Стих 15, все вместе. «О, если бы люди что? Восхваляли Господа за доброту Его». Что Бог делал для вас? Делал ли Бог что-либо из прочитанного, друзья? Что мы должны делать прямо сейчас? Да, я знаю. Когда я ехал сюда, я услышал о проблеме в системе, и я пел мысленно в машине с моей семьей. Дни полны печали и забот. Сердца одиноки и несчастны. Но что, бремена снимаются на Голгофе. Почему? Потому что Иисус рядом. Следующий куплет. Душа беспокойна. Спаситель видит каждую сердечную боль. И бремена снимаются на Голгофе. Почему? Потому что Иисус рядом. Должны ли мы восхвалять Его? Вот почему некоторые из вас, будучи терпеливыми, ждали, когда начнется трансляция.
Какой псалом мы пели? Дни наполнены. Я говорил вам мою версию. Субботы наполнены печалью и заботами. Сердца одинокие, несчастные. Ну что? Бремена снимаются в субботу. Почему? Иисус рядом. Должны ли мы благодарить Бога, друзья мои? Восхваляйте Его. Восхваляйте Его. Должны ли мы восхвалять Его? Пусть будет Богу хвала. Почему? За чудные дела, которые Он совершил. Возлюбленные, мне прямо сейчас хочется восхвалять Его. И самый лучший способ восхваления – опуститься на колени, когда наши сердца покорились Ему. Перепосвятите ли вы себя Господу сегодня, друзья мои? Поднимите руки. Говорит ли Бог к вашим душам сегодня? Оправдало ли это наши ожидания? Моя душа наполнилась. И Бог показывает нам, что происходящее с 9 утра до 3 дня – великий наглядный урок для нашей жизни. Мы можем строить планы, даже молиться и поститься. Но что, если Бог скажет, «Я это задержу, чтобы увидеть, как вы будете реагировать?» Как вы будете реагировать во время задержки? Как вы будете реагировать во время усталости? Как вы будете реагировать? Позвольте мне вам сказать. Времена будут еще более трудные. Более трудные. Чем больше будет трудностей, тем больше силы нам будет доступно. Где изобиловал грех, благодать гораздо больше изобиловала. Давайте перестанем говорить, компьютер дает сигнал. Будем молиться. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за Твое Слово сегодня. Мы благодарим за этот тест. И я молю, чтобы мы сдали его. В классе для крещения мы изучаем азы. И как применять эти азы. И я молю, чтобы мы применили их сегодня. Помоги нам быть верными, дорогой Боже. Пожалуйста. Пусть услышанное нами сегодня найдет отклик в наших умах и оставит неизгладимый след, что нам нечего бояться за будущее. Если мы не забудем памятные камни, были подняты руки тех, кто перепосвящает свою жизнь Тебе. Приближается крещение. И кандидаты на крещение готовятся к этому. Запечатли каждое решение и запечатли нас для Твоего Царства. И пусть мы пойдем теперь вызывать людей из тьмы в Твой чудесный свет. Обеспечь нас ресурсами, чтобы мы могли находиться в нужном месте и также иметь средства. Великая тьма, густая тьма впереди, и нам нужен свет в наших сосудах. Мы не должны казаться 5 немудрыми девами, но чтобы были как 5 мудрых, имеющих масло, extra virgin, в духовном смысле, в наших сосудах, душах, в наших домах. Мы благодарим за свежий хлеб из небесной пекарни сегодня. Мы восхваляем Тебя. Мы благодарим Тебя, потому что, Господь, Ты достоин восхваления. Наша молитва во имя Иисуса Христа. Аминь.